Горячий сезон начался у сотрудников ГИМС. С наступлением лета на Волгу выходит все больше судовладельцев. Но далеко не все из них соблюдают правила. В минувшие выходные инспекторы патрулировали акваторию Волгоградского водохранилища около села Чердым. Они проверили у судоводителей наличие документов на право владения и управления судном, соблюдение правил безопасности на воде, а также наличие спасательных жилетов. В общей сложности в ходе рейда инспекторы ГИМС выявили более 40 правонарушений. Судовладельцам выписали штраф, а одно судно даже было эвакуировано на специализированную стоянку. Регулярно в летнее время такие рейды проводятся. В удаленные районы выдвигается теплоход «Волга», к нему подсоединяются наши суда и выдвигаются вниз, вверх по Волге. Как правило, выходные дни.